В 2022 году муниципалитет принял котельную в поселке Горбольницы номер 45 из федеральной собственности. Тогда износ оборудования на объекте составлял 90%. Из трех котлов работал только один. Кроме того, регулярно происходили сбои, а жители жаловались на еле теплые батареи в квартирах. Это послужило поводом для проведения капитального ремонта оборудования. После проведения работ мы можем видеть новый котел, который один сейчас поддерживает температурный режим, температурный график для отопления и подачи ГВС для населения. Ход ремонтных работ в рамках выездной инспекции проверил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Капитальный ремонт включает в себя установку двух котлов. Один из них уже модернизировали. Его мощности хватает, чтобы обеспечить теплом и горячим водоснабжением квартиры жителей и больницу. Также на объекте заменили систему водоподготовки и насосы. Второй котел после завершения ремонта будет резервным. Планируем в первой декаде апреля завершить строительно-монтажные работы и провести пусконаладочные работы. И котел должен быть уже в работе. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».